Здравствуйте, уважаемые зрители. Рад приветствовать вас на очередном выпуске нашей передачи, в которой мы освещаем текущий этап работы группы компаний UST, группы компаний Юницкого по внедрению технологии UST, технологии эстакадного транспорта, рельсо-струнного транспорта в различных регионах мира для решения различного рода транспортных задач. Меня зовут Евгений Петров. Я заместитель генерального директора Юницкий String Technologies по маркетингу. Со мной сегодня на связи директор Центра сертификации и испытаний USKY в городе Шарджа Сергей Геннадьевич Тарасов и начальник управления подвижного состава Юницкий String Technologies Алексей Владимирович Водопетов, город Минск. И поговорим мы сегодня о текущем этапе строительства и ввода в эксплуатацию транспортно-инфраструктурного комплекса КАРАТ, строительство которого, точнее, ну, уже реализация которого находится на сегодняшний день на финальном этапе. Сергей Геннадьевич, начнем, наверное, с вас. Расскажите о том, что происходит и будет происходить в центре USKY, какие процессы сейчас идут, что наиболее главное с вашей точки зрения. Да, приветствую, коллеги, добрый день. На тестовом участке номер 4, как мы его называем внутри группы наших компаний, или транспортно-инфраструктурный комплекс КАРАТ. Да? Строительные работы, в принципе, как мы с вами ранее встречались тоже в ходе рабочей нашей встречи, я сообщал, что строительные работы у нас уже завершены еще в прошлом году. У нас сейчас активно в работе находится работа по пусконаладке, то есть пусконаладочные работы, ПНР, именно по комплексу, отдельно по подвижному составу, ну и в целом, можно сказать, по транспортно-инфраструктурному комплексу КАРАТО, в целом, да, глобально. Что это подразумевает? В первую очередь у нас сейчас ежедневно, даже еженочно, можно сказать, очень активно проводятся испытания, именно полевые. Мы катаем очень в усиленном режиме транспортное средство по всей длине путевой структуры. Напомню для всех наших слушателей, что длина данного комплекса почти 2,5 километра, 2400 метров, если быть точным, между двумя станциями. Соответственно, и в рамках испытаний у нас проводятся работы как по путевой структуре, это имеется в виду, назовем их модификация, модернизация, потребность которых появляется в ходе эксплуатации, и работа отдельно по подвижному составу, юнимобилю, как мы его называем, юнибус, КАРАТ. Касательно пусконаладочных работ по подвижному составу. В ходе предыдущих месяцев у нас активно проводились работы по разным системам транспортного средства. Тут следует отметить пусконаладку самых разных систем в плане управления. Управление системами пневматическими, управление системами движения, системами позиционирования, системами пневматической подвески, системами мультимедиа. Тут их очень большое множество. Я сошлюсь на нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича, который называет, очень часто напоминает нам всем, что наши транспортные средства, они по своей сложности не уступают самолетам. Поэтому в плане технологичности, в плане сложности, очень много работ проводится, вот как я обозначил, по разным именно внутренним системам и подсистемам транспортного средства, в том плане, чтобы адаптировать их под условия эксплуатации. Потому что, понятное дело, что была стадия проектирования и конструирования, но, как это известно, наверное, всем, иногда в ходе полевых испытаний, эксплуатации находятся моменты, которые нужно устранять, модернизировать, апгрейдить, усовершенствовать и так далее, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. То есть, грубо говоря, да, если в течение последних месяцев мы занимались подробно отдельно системами, которые я сейчас перечислил, и не только ими, в плане их пусконаладки, отладки, настройки и так далее, то большая часть усилий именно на сегодняшний день, она сосредоточена
В плане передачи управления с автоматизированного рабочего места, то есть с диспетчерской, нашему оператору. То есть обучение нашего персонала в Skytransport нашими коллегами, которые находятся в Минске в ЗАО «Островная технология». И с целью дальнейшей эксплуатации независимой, уже находясь не на самой станции, где у нас находится транспортное средство, не на самом комплексе, а практически с другого конца нашего объекта, потому что, опять же, сообщу нашим слушателям, что у нас вся строительная площадка занимает больше 280 тысяч квадратных метров, и диспетчерская находится практически в другом конце нашего объекта, и наши технологии, наши системы позволяют, находясь из одной диспетчерской, управлять сразу несколькими комплексами. Что сейчас и будет происходить, то есть оператор будет брать в свое управление комплекс тестового участка номер 4, находясь в объединенной диспетчерской. По системам транспортного средства, я думаю, у нас тут сегодня Алексей с нами на связи, может, Алексей более подробно рассказать, потому что он все-таки более компетентен с технической точки зрения, нежели я. А в плане... Вот интересно, про диспетчерскую вы сказали, да. Сергей Геннадьевич, может быть, Алексей здесь сразу и прокомментирует этот момент. Ну, действительно, скажем так, в одном конце центра U-Sky находится диспетчерская, которая управляет сейчас уже сразу двумя линиями. Да, это вот наша линия, где у нас Юникар движется, и управляет комплексом, где карат 2,5 километра. Ну и здесь мы как раз же, получается, отрабатываем тоже те решения, которые у нас идут в коммерческие проекты, когда линия может быть десятки километров, и диспетчерская, соответственно, удалена на такое же расстояние. То есть, правильно ли я понимаю? Алексей Владимирович, прокомментируйте, может быть, вы. Да, добрый день. Все правильно. Там действительно отрабатываются все наши заложенные решения в плане автоматизации нашего комплекса, чтобы можно было управлять на десятки километров и, может быть, там и дальше. Сейчас там прорабатываются некоторые технические решения, разные варианты связи с машиной точно так же заложенные сейчас отрабатываются. Поэтому это требует определенного времени на наладку, поэтому ну, есть такой вот срок, который идет, тянется какое-то время. Да? Что касается также еще управления несколькими комплексами, ну вот это на самом деле, наверное, так больше уникальная такая вещь. Сейчас на сегодняшний день все линии, которые мы прорабатывали, это одна линия, несколько машин, там, десятки машин. И отрабатывается с одной диспетчерской, понятно. А здесь еще получится опыт, когда в одной диспетчерской находится сразу несколько линий. Собственно говоря, для этого это все и сводится в одну диспетчерскую, чтобы посмотреть, как линии управляются. У нас есть небольшой опыт здесь же в Беларуси, тоже несколько линий мы управляем с одной диспетчерской. Сейчас переносим его туда, но разные системы связи и так далее. То есть мы не стоим на месте, развиваемся, постоянно что-то улучшаем. Хорошо, Сергей Геннадьевич, скажите, вот на текущем этапе уже как к пусконаладочным испытаниям мы приступили, как несколько месяцев уже прошло, в плане вот работы эстакады должно быть уже что-то понятно, в плане работы подвижного состава, я так думаю, также. Подтверждаются ли те характеристики комплекса, которые закладывались при его проектировании и строительстве в целом? Ну, о подтверждении тех заложенных ранее в конструкторской и в проектной документации решениях говорит тот факт, что у нас транспортные средства сейчас в абсолютно рабочем режиме функционируют. То есть это является, наверное, на самом деле подтверждением вот того, что вы сказали. Да, как я уже обозначил, есть моменты, в которые нам приходится вмешиваться в плане внесения доработок, внесения каких-то изменений. Это все я бы назвал модернизацией, апгрейдингом систем. Потому что, ну, даже говоря в рамках масштабе разных линий, опять же, если сравнивать транспортный комплекс первой линии и транспортный комплекс четвертой линии, мы говорим о том, что от линии к линии, от транспортного средства к транспортному средству у нас решения, они каждый раз обновляются, изменяются в лучшую сторону с повышением уровня качества, уровня технических параметров, эксплуатационных характеристик и так далее. Анатолий Дорович, вот было сказано, неоднократно сравнивает юнибус по сложности с самолетом. Вот, Алексей Владимирович,
навскидку так вот, примерно хотя бы, да, сколько систем и подсистем насчитывается вот в таком транспортном средстве, как вот Карат U4-212? Ух, навскидку сложно, сложно порядок сказать. Порядок цифр хотя бы. Порядок цифр, ну там десятки систем. А если взять конкретно вот Карат, это не просто десятки систем, это все системы дублированы у нас. Тот же самый климат-контроль, который... дублирован у нас для пассажиров. То есть если выходит один контур, у нас есть второй компрессор, который задействован. И эти же все контуры, они дублируют друг друга и дальше, там, в охлаждении инверторов и двигателей и все остальное. И так, в принципе, во всех механизмах. То есть эта машина сделана конкретно с дубляжом. То есть она действительно наш флагман, который очень сложный, очень технически сложный. И вот этот дубляж, он, конечно, тоже... внес определенные как-то усложнения конструкции. То есть, с одной стороны, мы делаем дублированные системы, чтобы машина была надежнее, чтобы ни при каких условиях у нас никаким образом не пострадали люди, да, пассажиры. Но, тем не менее, да, она очень сложная. Там действительно десятки систем, которые еще и продублированы. Угу. Ну, то есть, действительно, как в самолете, потому что там тоже сейчас все дублируется, потому что, да, кстати, мы не забываем. Те системы, которые за безопасность, там, например, эти сходовые системы, они у нас там есть не две даже, там некоторые системы, которые, кстати, критичны, мы подразумевали, там три системы дубляжа, да, чтобы ничего не произошло. То есть машина, ну, рассчитана на серьезный уровень. Плюс там есть системы, если мы говорим про комфорт плавности хода, тоже очень интересная система. Там разнесли подвеску, сделали ее двухступенчатой, сделали плавность хода очень комфортную. Там действительно, как в бизнес-классе теперь это все ощущается при проезде вдоль опор промежуточных. То есть машина, ну, достаточно серьезная и очень сложная, на самом деле сложная. Ну, я напоминаю, да, нашим зрителям, нашим слушателям, что, в общем-то, все проекты коммерческие, которые сейчас ведутся в заустроенной технологии, по которым мы осуществляем проектирование, по которым мы готовим там проектные исследования, технико-экономические обоснования, многие из них, большинство из них предполагает достаточно большой объем перевозок и, соответственно, достаточно большие требования, ну, там, требования к наличию большого подвижного состава по вместительности и большой нагрузки на путевую структуру. То есть как раз то, что мы и показываем вот на примере транспортно-инфраструктурного комплекса «Карат». Спасибо, коллеги. Ну, я думаю, что мы основные моменты какие-то обозначили. Еще раз подчеркну, что в случае с транспортно-инфраструктурным комплексом «Карат» мы говорим фактически об альтернативе очень серьезных транспортно-инфраструктурных решений, таких как, допустим, надземный трамвай скоростной или подземное надземное метро, которые позволяют обеспечить очень высокую производительность. Так что приглашаем вас следить за развитием нашей компании, нашей технологии, и будет много интересного. Я благодарю коллег за уделенное время. И увидимся снова. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Всего доброго. До свидания.